Баскетбольный клуб «Самара» подвел итоги сезона, а сплав молодости и опыта принес результат. В этом году команда добилась исторического успеха в Суперлиге, завоевав серебряные медали турнира. Какие задачи на следующий сезон ставит перед своими игроками руководство и какие позиции для этого необходимо укрепить, узнал Антон Вашурин. Сезон для баскетбольного клуба «Самара» завершился хоть и красиво, но не на мажорной ноте. Проиграв два матча финальной серии со «Спартаком Приморья» дома, волжане показали характер во Владивостоке, выиграв там обе игры. Однако пятая встреча вновь осталась за соперником, который и завоевал главный трофей Суперлиги. С того момента прошла уже неделя, и сейчас самарцы, которые были расстроены таким исходом, взглянули на этот год по-другому. Посмотрели немножко со стороны на этот чемпионат, на плей-офф. Ну и так, мое мнение, да, мы на самом деле опередили достаточно много команд таких хороших, потому что в этом году пять команд, скажем так, прям практически одного уровня было, да, и тоже, допустим, Сургут, он намного опытнее нашей команды, да, в данный момент. По сути, это самый успешный сезон клуба после его возрождения в 2011 году. До первой тройки Суперлиги волжане еще не добирались. Теперь после серебряного успеха руководство ставит перед командой максимальную задачу – кубок и золотые медали турнира. И для этого нужно укомплектовать состав опытными игроками. Главный тренер «Самары» Игорь Грачев в молодежь верит, но при этом намерен укрепить несколько позиций. Такая жизнь, жизнь спортивная. Кто-то останется, кто-то уходит. Но из молодых игроков постараемся всех удержать. На позиции первого номера такого же опытного, такого же сильного игрока попытаемся. У нас проблемная оказалась позиция четвертого номера и проблемная позиция третьего номера. И в первую очередь вот на этих позициях будем уже стараться укрепиться. Исторический результат команды в Суперлиге – следствие поддержки, которую клубу в этом сезоне оказали региональные власти. К нам пришел губернатор, который любит вообще спорт, а баскетбол в частности, и столько внимания, сколько было уделено баскетбольному клубу «Самара» в этом сезоне, вот этот сезон, который мы провели, как раз самый лучший результат мы показали. Видимо, это логично. Вот. И мы не подвели губернатора. Губернатор уделил должное внимание баскетболу. Сейчас «Самара» стремится попасть в единую лигу. Видеть команду в главном чемпионате страны хочет и директорат турнира. Пока же непокоренные вершины остались и в Суперлиге. Выиграть плей-офф первого дивизиона клуб планирует уже в следующем году. Антон Вашурин, Тимур Набиев. Новости губернии.